Валентин Серов – художник универсального дарования. Плодотворно работая во всех жанрах живописи, наибольшее предпочтение он отдавал портрету. Первые неоспоримые успехи Серова в этом направлении относятся ко второй половине 1880-х годов, когда основными его моделями выступали близкие люди и друзья. В это время он создал знаменитые полотна «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем». Оба портрета отразили эстетическую позицию молодого художника, который говорил: «Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное». Картина «Девушка, освещенная солнцем» создавалась в Тверской губернии, в усадьбе Домотканова, которой владел Владимир фон Дервис, близкий друг Серова. Художник изобразил в тени липовой аллеи свою двоюродную сестру, Марию Симонович. Позднее она вспоминала, что сеансы происходили по утрам и после обеда, по целым дням. Он изучал и писал лицо в утренние часы при одном и том же освещении, а после обеда, когда освещение менялось, подготавливал рисунок аксессуаров – руки, одежду, пейзаж. Мы работали запоем, оба одинаково увлекаясь. Он удачным писанием, а я – важностью своего назначения. В начале четвертого месяца вдруг я почувствовала нетерпение. Я знала, что он выполнил ту задачу, которую себе назначил. Больше сказать ничего не мог. И потому со спокойной совестью сбежала в Петербург. Глядя на портрет Марии Симонович, сложно предположить, что художник трудился над ним на протяжении нескольких месяцев, настолько живо и непосредственно он исполнен. Мягкие черты девичьего лица, нежный румянец, солнечные блики на блузе, скамья, земле, рисунок коры старой липы и весь пейзажный мотив дальнего плана хранят свежесть натурного восприятия. Внимательно вглядываясь в хорошо знакомое лицо, Серов сумел передать умный взгляд и умиротворенное состояние модели. Вся картина пропитана теплом летнего дня и наполнена солнечным светом. Главное на полотне – игра солнечных бликов, пробивающихся сквозь листву. Художник мечтал о легкости восприятия нарисованного им. Ему претило, что в нынешние веки пишут все тяжелое, ничего отрадного. Перед Машей Валентин Серов поставил задачу – вспоминать о приятном. Глядя на полотно, зрители и вправду тонут в безмятежности натурщицы, чувствуя теплоту солнечных зайчиков. Письма Серова к Марии Симонович свидетельствуют о теплых отношениях и доверительной дружбе, которые их связывали на протяжении всей жизни. Художник исполнил несколько портретов двоюродной сестры, один из которых хранится в Париже, в музее Орсе. В юности Симонович, подобно Серову, увлекалась живописью, однако со временем окончательно сформировался ее интерес к скульптуре. С начала 1890-х она жила и обучалась искусству во Франции. Мария была женой врача-психиатра Соломона Львова и матерью Андре Львова, биолога и лауреата Нобелевской премии.